Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Короче, еба! Все тёлки. А нас никто не смотрит, погоди. Ну подожди, это пока что, сейчас не подключится. О, вся. Я быстро. Да, это... Случилось, блядь. Димасик, короче. Так, все. Один смотрит. Здорово, пацаны. Здорово, парень, здорово. Это, короче. Здорово. Блядь, хуя не быстро заходит, что, угадай, что ли? Да не, это, короче, потому что на меня подписаны. Такое народу? Не. Саламушки. Саламулейкушки, ебать! В общем, Раги тоже учится на тренинге. В смысле, это он тебе, короче, да, звонил? Это долбоёб. У вас перископ, перископ? Да. Эй, блядь! Три человека, нахуй. Короче, Димас, рассказывайте. Чё за Димас? Этот долбоёб начинает общаться с моей тёлкой, а потом, эй, короче, блядь, удивляется, чё я ему на него пизжу. Пизды, нахуй, отвалим. Он, короче... Пизды, он, блядь! Пизды отвалим тебе, реально, ой, короче. Ой, ёпта, блядь, раз на раз, чисто, блядь. Давай наливай этот заебал. Хуя? Да ты охуел, походу, парень. Отвечаю, Димасик. Короче, кипиш какой. Блядь, да, надо... Надо... Не, это не фронтальный. Водяры, водяры, мне налей себе. Это... Короче, Димасик... Окей, самообслуживание, ёпта. Как зовут друга твоего? Как друга твоего зовут? Это Димас, тоже Димас. Он обзывается? Не, он на того говорит. Похуй, давай. Саси, короче, Димас, если чего, он тебя отпиздит, Саси, если так, не секрет. Справа от меня это, короче... Слышь? Я не знаю, как его зовут, братан. Владос. Владос, Владос это его, короче. Слышь? А это Виталия, короче, слышь? Это Димас, короче, белобрысый. А, Макаров! Макаров, ты что ли? Да. Веталь. Веталь. Ну что? Да. Здорово, здорово. А кого хуя ты не приехал? Слышь, Димас. Димас. Меня Илья не позвал. Илья, кого хуй ты его не позвал? Кого? Диму. Скажи, что он в Макдональдсе едет без меня. Потому что ты в Макдональдсе едешь без него. Че, нету никого? Давай пиво на эту. Такое. Слышь, поговори с ним, я не могу. Салам алейкум, ёпта, братан. Давай, короче. Салам, блядь. Салам, ёпта. Всем привет, Суприкай-Сити, здесь. А кто там? Димас какой-то. Не знаю, 7 человек. 7 человек. 7 человек. Всем привет. Всем привет. Кто за меня пиздит? Задавайте вопросы, ёпта. Вопросы задавайте, ёпта. За Димаса. Поехали. Никита. За какого Димаса? А чё, водку буду запивать? Всё, давайте. Блядь. О, блядь. Чего, без пивона? Водку скажем. Водки забей. Ладно, чё? Я что? Блин, а есть? Здорово, пацаны! Елизавета Александрова, Анна Дунаева, Александр Дмитриев. Анна вообще, блядь, пиздатая тёлка. Анна, короче, говорит, вообще пиздатая тёлка. Так, короче, пацаны, нам нужна зарядка. Задавайте вопросы, мы рады вашим вопросам, алё, блядь. Чё, а что она сверху делает? А у тебя есть? У рыжего зарядка, он на меня обижен. Боху, короче. Здорово, пацаны, короче. В смысле, Анна Дунаева? Какая Анна? Ебать, ты вопросы задаешь. Рыжий с нами, ну он там хуй знает, короче, где, долбоёб. Он на меня из-за чего-то обиделся, я хуй знает. Короче, бухаем, но я хуй знаю, я не могу подать. Дай мне фонарик, дай мне. Нету фонарика. Фика. Фонарик есть? Фонарик есть? Нет фонарика. Подсвети, короче, на них фонариком. Сейчас посвечу вам фонариком, короче. Вот. Да, и туда подсвети. Эл, короче. Подсвети на водосы. Да мне по кайфу. Ему по кайфу. Все, понятно. Короче, ебать. Это ваш друган, значит? Не, это тип Шраги. Не свети. Да заебал, не свети ярко, на. Короче, ебать.
Рыжий долбоёб обиделся нахуй на меня. Да хорош сидеть, заебал нахуй. Долбоёб. Короче, ебать. Жизнь в глупости. Мне хуй знает, нихуя не делал. Я нихуя не делал. Короче, ебать, ауе пацанам, салам варам, там, ебать, всякая такая хуйня, пацаны. Они, короче, там общаются с кем. Я, короче, пацаны, тут какие-то тёлки, короче, налевые, но я с ними не общаюсь, пацаны. Короче, ебать, да. Я только что обжал. Тут вообще левые типы, ща, короче, я выйду отсюда. Ой, извиняюсь. Короче, пацаны, тут хуйня, короче, я разъебу любого тут. Но тут никого нету, кого разъебывать, поэтому я никого не разъебываю тут. Я хуй знает, короче, тут можно вообще нахуй. Во все стены нахуй стучаться, хуй знает, никого не найти. Пацаны, короче. Ха-ха-ха. Сейчас, короче, с вами рыжего найдем, ебать. Вот тогда вы заебете меня, чувствую, нахуй. Сейчас рыжего найдем. Рыжий! А хуй знает, короче, где он. Я не могу его найти. Рыжий! Тут, короче, какой-то мотель, хотель, ебать, короче. Не ебать, негритосы какие-то, нахуй, не негритосы, ебать. Ебать, это урод, нахуй, повороте. Сейчас, ебать, кого-нибудь найдем, нахуй, пизды вломлю прям тут, нахуй, похуй. Главное кого-нибудь найти, а тут, ебать, живности, нахуй. Конкретно нет, магазины какие-то, хуины, ебать. Че там, опасно, да? Опасно, конечно, ебать. Опа, тихо. Какая-то женщина. Здравствуйте. Администратор. Здравствуйте. Добрый вечер, администратор. Короче, тут администратор и... Это, короче, какой-то бар, пацаны. Я хуй знаю. Похуй, короче, на этот бар. Теха, разъебу, если тебя в клочья. Слышь, я, походу, первый этаж пропустил. Сейчас на улицу, короче, выскочу, ебать. Слух. Слух, ну, похуй, слух. Ты чё, какая-то кафеха? Эу! Ну, короче, никого нету, пацаны, ебать. Выскочил, пизды давать, никого нету, отвечаю. Сколько выпил? Выпил я нормально, конкретно выпил. Опа, подожди. Сейчас посмотрим, кто это. Тихо, главное, чтоб не мусор, короче. Нахуя выпил? Сейчас посмотрим, кто это. Тихо. Тун-тун-тун-тун. Стой! Ты кто? Чё? Ты куда идешь? А чё? Просто спрашиваю. А чё хотел? Просто спрашиваю. Чё хотел-то? Чё, просто спрашиваю. Чё, глупый, что ли, чё? Не, подожди. Оп. Да, я просто спросил. Просто спросил? Да. Нахуй ты мне камеру-то в глаза смотришь? Да, я просто спрашиваю. Кого ты просто спрашиваешь? Для перископа. Для перископа? Да. Иди, трезвей лучше. А? Трезвей, говорю, лучше. Хорошо. Иди. Ты сейчас прям перед своими зрителями, блядь, будешь. Да? Короче, такая хуйня, пацаны. Ебать, нехуй делать вообще. Никого нету тут конкретно. Ся летит еще. Какие-то типы там бодрые, короче, подлетают, ебать. Интересуются что-то, пацаны, короче. Ну, короче, ладно. Тут нет наших пацанов, вообще конкретно нету. Тут идет. Ну, а хуй знает, короче, это наши, не наши. Я не бесстрашный, а просто, короче, немного выпиши. И... Да кто меня наебашит? Ты что гонишь, нахуй? Кто-то еще идет. Сейчас вам, короче, еще покажу пацану.